Доброе утро! Это программа «Вместе сможем». Каждую неделю мы ищем людей, которым очень нужна помощь. А вы участвуете в нашей акции, зовете своих друзей, и наше доброе дело становится общим. У вас остались еще сомнения, стоит ли помогать? Оглянитесь вокруг. Тех, кому нужна поддержка, гораздо больше, чем кажется. Присоединяйтесь. Вместе мы сможем больше. У Татьяны 10 детей, 6 сыновей и 4 дочки. Обеспечивать большую семью очень сложно. Одному ребенку спортивный костюм в школу нужен, второму – в садик сандалики на сменку, а младшему – памперсы и каши. Ее дети приходят в Марфомариинское сестричество милосердия как на праздник вот уже почти 4 года. Всякий раз здесь дарят каждому ребенку то, что ему действительно нужно. А бывает, помогают решать серьезные проблемы со здоровьем детей. Третий сын, Эрик его зовут, у него дистрофия сетчатки глаз, Штаргарта. И нам надо было ехать в клинику Гельмгольца, это в Москве она находится. Как всегда, я пришла в сестричество, вся, конечно, заплаканная. Было очень тяжело осознавать, что ребенок 20 годам как бы ослепнет совсем. Но здесь, как всегда, меня поддержали. Помогли очень сильно морально и помогли очень сильно материально. От всего сердца прям низкий поклон. В сестричестве помогают таким, как Татьяна, многодетным, малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам. Каждый месяц здесь выдают продуктовые наборы и обеспечивают вещами. Под патронажем сестер милосердия находятся более 20 семей, а недавно здесь стартовала очередная благотворительная акция «Мамина радость». Мы уже несколько лет проводим эту акцию «Мамина радость», которая приурочена к празднику Дню защиты детей. Принимаем детские смеси, бытовую химию для деток, средства гигиены, памперсы, каши. Конечно, это все нужно в течение всего года, но особенно актуально именно к празднику хочется порадовать и мам, и деток. По-прежнему большой спрос у мамочек на детские вещи. Особенно это актуально при смене сезонов. Сейчас вещевой склад сестричества принимает весеннюю и летнюю одежду и обувь. Многие многодетные семьи нуждаются в деньгах. Пожертвовать можно на сайте сестричества. А продукты, вещи и бытовую химию можно передать по адресу. Белгород, улица Пушкина, 19. С 10 до 16 часов в будние дни. Акция «Мамина радость» продлится до 1 июня.